У Сереги двое детей. Хотя бы один ребенок – мальчик. Какова вероятность, что оба ребенка – мальчики? Те, кто выбрали вариант А, возможно, представили какую-то семью, которой известно, что один ребенок – мальчик. И так как нам необходимо найти вероятность того, что оба ребенка будут мальчики, то есть в этом случае второй ребенок может оказаться либо мальчик, либо девочка, нам нужно, чтобы был мальчик – получается 50 на 50, значит, ответ 1 вторая. А те, кто выбрали вариант Б, подошли к решению с точки зрения всех возможных элементарных исходов, которые могут быть. Какие варианты могут быть, если есть семья из двух детей? Девочка-мальчик, мальчик-девочка, мальчик-мальчик, девочка-девочка. Так как известно, что хотя бы один ребенок мальчик, вариант с двумя девочками полностью отпадает, мы его даже не рассматриваем. Нам нужно, чтобы оба ребенка оказались мальчиками, то есть нам устраивает только один исход. И по классическому определению вероятности мы должны поделить на общее число возможных исходов. А у нас могут быть три варианта, значит получается 1/3. Ну и третий тип людей, которые, посмотрев на условия, какова вероятность, что оба ребенка мальчики? Какая вероятность, что оба мальчики? Волынская резня была... Так какой ответ правильный? А его нет? Неожиданный поворот! Это известный математический парадокс, который был сформулирован Мартином Гарднером в 1959 году. Конечно, естественно, у него был не Серега, а Смит. И парадокс заключается в том, что при различном подходе к анализу условия ответ может быть разным, как вы только что заметили. Помимо того, что у этого вопроса нет фактического решения, есть еще множество интерпретаций этого вопроса, в котором вероятность может больше склоняться к 1/2, либо к 1/3. Например, если бы я сказал, что у Сереги двое детей, и старший ребенок – это мальчик, найдите вероятность того, что оба ребенка – мальчики. Добавив к условию всего лишь небольшое утверждение, что именно старший ребенок мальчик, и количество людей, которые бы выбрали теперь вариант А, то есть 1/2, увеличилось бы до 80%, согласно исследованиям. Такая нелепая неоднозначность в самой точной науке. Спасибо за просмотр.